получилось наконец-то. Три попытки, чтобы попасть прямо в цель. Удалось не всем, но все же самые меткие нашлись. К примеру, Александр набрал более 200 очков по результатам турнира и стал победителем, говорит, метает дротики регулярно. Я просто хотел поучаствовать, ну, хотя бы какое-нибудь место занять, но получилось то, что я победил. Помимо дартса, Саша увлекается футболом и плаванием, как и многие другие мальчишки. Большинство из них начинающие спортсмены. Дартс дает им возможность стать точнее и увереннее, ведь дротики – это прежде всего меткость, ловкость и техничность. Подобные соревнования мы проводим регулярно. Это минимум раз в квартал у нас проходят соревнования по разной тематике. Это и тир, и футволей, и различные виды волейбол, футбол. Вот. Ну и ребята просят дартс, потому что это, ну, своеобразное такое баловство, но тоже со спортивным азартом, со спортивным эффектом, поэтому мы не отказываем и стараемся ежеквартально такие соревнования проводить. Такие соревнования проводятся на местном уровне регулярно. Возраст спортсменов от 10 до 16 лет. Кстати, в турнире может принять участие любой желающий, даже взрослый. Ведь это отличная разрядка как для спортсмена, так и для любителя. Мы, члены партии «Единая Россия», наша фракция, всесторонне поддерживаем такие соревнования, потому что в них вовлечены дети нашего округа. И мы выступаем за то, чтобы как можно больше детей участвовало в таких соревнованиях. И тем самым мы за здоровое поколение. По итогам соревнования были награждены самые меткие и ловкие, а те, которые не достигли победного результата, заверили, продолжат работать над техникой и в следующий раз обязательно возьмут реванш. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».